Да, стреляй, стреляй. Так, утренняя тренировка. В заезде у нас Аня Шупачир. Эй, ты чё? Да ёлки-палки, разволновался что ли? До этого ни разу не промахивался тренер. Кто у нас сегодня приехал? Буваев Орлан. Бронзовый призер Кубка Гисара. У нас Мингиян, чемпион Кубка Гисара. Здесь одни чемпионы здесь, короче, собрались. Где Адьян? Адьян куда делся? Сегодня приедет? А, ну да. Так, что там у нас? Что, готово, Рома? Каску тебе подтянуть надо? Не подтягивается. Как не подтягивается? Не хочу с тобой заболтаешь. Давай, не балуйся. Троллит на нее тир. Жди, не торопись. Пойдет. Пойдет. Сейчас мишень поправить надо. Пойдет. Один жгут тянет, второй стрельба быстрая. Вспоминает. Третий на трассе. Сейчас отработка. Двойной выстрел. Есть. Есть! Я же говорю, большевато. Тройной боковой. Быстрее, быстрее, заряжай. Все соревноваться хочет. Заряженным выезжай. А, не-не, двойной не заряженный. Такая у нас тренировка, жара поднимается уже. Пока амуничку открыли. Ага, все. Рано выстрелил. Че, готов? Попадешь? А? Да, получится? Ну давай посмотрим. Стрелы поправь. Вот. Ты еще не приловчился, да, к этому колчану? Так надо раздвигать, чтобы они не мешали друг другу. Тут колчан, что хорошо, там перезаряжай хорошо. Попал, только не вдруг, только в другую мишень. Сейчас стреляешь вот эту верхнюю мишень, понял? Венгерку. Смотри, у тебя первый выстрел вот здесь, чуть-чуть, прям перед вот этой стойкой. Понял? Потом ты должен в середине перезарядиться, стрельнуть сюда, в середину, понял? И быстро назад, да, это вот выстрел сбоку. И быстро перезарядиться здесь, в общем, и выстрелить назад. Понял? Нарисованный видел, да? Не успел тебе объяснить. Ну все, там в принципе ничего сложного. Дай ему 3 стрелы. Быстрая перезарядка здесь нужна. Коня сильно не разгоняй. Когда он рвет, чуть-чуть его придерживай, он притормаживает. Понял? Венгерку можно медленно стрелять. Даже рысь? Нет, рысь нельзя. Все выстрелы на галопе должны быть производиться. Даже галоп после маленького. Да. Самое главное 18 секунд. Если больше 18 секунд, венгерка, все, ни одно очко не засчитывается. Поэтому 14 самый раз, вот он 14 как скачет. Во-во, вот здесь, где идешь, вот оттуда и стреляй, понял? Заряженный выезжай. Очередь. Манжиев Мингиян. Пойдет, пойдет. Давай быстро. Пойдет.
Есть. Все. Толк будет. Неплохо. Не попал, но неплохо. Для первого раза это очень даже хорошо. Давай, еще 3 стрелы. Хорошо. Хорошо. А? Куда? Не, он так хорошо. Он резко уходит. Он сейчас этот немного резче на старт заскакивает. Так что держись. Понял? Я его немного так подгоняю даже. А ты лучше не дали? А? Мартына. Мартын там у нас сейчас. Других нет, он здесь есть грей, но он очень быстрый. Ну, он типа серый. Скорее всего, вот он стоит, видишь? Белый, серый, видишь он это? Который мега амарбостер? А? С которым мега амарбостер? Не, они стреляли с Алтынара. А, не с Алтынара. Не, не с Алтынара, а с этого. Алтына. Алтына. Но он был десашным, десаш продал его сейчас. Сажу дубину. Все точно так же. Чуть выше бери, когда вперед стреляешь. Понял? А этот расстояние нормально выбрал. Прямо вот здесь стреляешь. Вот стойку ориентируйся на нас, на стойку. Понял? Давай. Успеваешь перезаряжать меня? Да, завтра так же. Выше. Руку дергаешь. Пойдет, пойдет. Еще, что два раза? Три раза надо. На маршруте надо выстрелить минимум 3 раза. Минимум 3 раза, чтобы очки бонусные засчитали за время. Понял? Вот сейчас он 2 раза выстрелил, 1 раз попал. Ему засчитает только то, что он попал. А за время бонусы не засчитает. Там очень много бонусов дают. То, что он раньше прискакал. Если он 3 раза попал, там бонусы на 1.5 умножаются. Там если 5 секунд, значит там 7.5 бонусов. Если он 1 раз попал, то ну, на 0.5, короче. Да, 3 раза надо было. До конца стреляет. Вот ты. Назад, на заднюю мишень попал. Кстати, ты ни разу не попадал, да, задний, а он попал. Смотри меня. Ты когда стреляешь, ты на нее смотри, не отворачивайся. И до конца стреляй. У тебя там старт, финиш, еще 2 раза успеешь выстрелить. Понял? Ну ничего страшного, если не смог, вот эту попал и стреляешь дальше, у тебя время есть, даже если она далеко, понял? На удачу. Я тебе говорю, я на соревнованиях, он прям на финише попадал в пятерку назад. На удачу, даже не целился. Поэтому этот... Стрелы подайте. Так что стреляйте до последнего. 3 выстрела как минимум надо обязательно выстрелить. Желательно попасть. А остальные уже этот... На удачу. А это зачем вырежет? А? Это зачем вырежет? Что? Четвертый? Ты можешь заряженный выезжать, если что. Ну смотри. На соревнованиях хочешь? На соревнованиях тоже можно. Не заряжен, только двойной. Остальные можно все заряженные выезжать. Коня с собой будете брать? Не, навряд ли. Там другие кони будут. У меня с шахом нормальные. Там, в принципе, неплохие кони, но так скоростные есть, конечно. Не знаю, как сейчас. Но мы так более-менее. Они побыстрее скачут. Секунд сколько? 10? Да. Выше, выше бери. Есть. Пойдет, пойдет. Давай, давай. А-а-а-а! Ватерн твой рекорд убил. 3 раза попал. Нифига себе. Вспомнил, вспомнил, да, что такое? Хороший, еще над мини смеялись. Ну, вот эти
Из орла на тебя посмотрим. Тепловизор. Тепловизор? У него там читы, наверное, нарисованы. Пойдет. Шпаргалки. Три раза попал. Три раза попал. Ага. Вот так надо стрелять. Видишь? Да меня очки снимают. Нечестно. Все, давай, Орлан, залазь. Какое уже время, уже ехать надо, он не успеет сейчас, давай. Поэтому надо быстрее готовиться, чтобы побольше времени было потренироваться. Орлан, дед зеленый? Не, у него свой. Стремена сколько у него? Я не знаю, ну там вот этот ему, наверное, маленький вот. Маленький вот? Себе стремена сел? На один уменьши и посмотри. Стой, стой. На один уменьши стремена? Точнее, увеличь. Тяни, тяни, тяни. Не-не-не. Выше. На, на, подержи. Зато три выстрела ты попадали. Не то, что ты задний вообще не можешь попасть. Легче попадаю. Хотя бы. Куда? У тебя на сколько вот баллов? У меня вон, смотри. Вот молоко. Один балл. Какое молоко? Он два балла. Два. Вон два, то. Три. Ой, два, два, четыре балла. Сзади. Сзади. Давай потом смотрим сейчас, подожди. И вот это три балла. Это Миньян он же. Это Аня Шалачир. Я уже снимался. Да. Я уже снимался. Это Аня Шалачир. Все знают. Это Булай Фарван. Это Шамфут. Давай, давай. Да, корейцы. Это уже корейцы, видите? Ага. Где? Вместе? Да, какой? Вот это, выше. Да, ну, в одной там три балла. Ой, четыре балла. На. А вы здесь на два сделали? На два? Да. Не, один. Тут же на этом был. Там, смотри. Это черточка просто. Там один был на той правой. Нормально. Один был там. Пойдем посмотрим. Вот смотри, два. Два. А два. Верхний вон тот, это мало. Вот это смотри, посередине это два. Ты что думаешь? Сейчас вам Орлан покажет. А, че косой кучер? Она повисит такая. Мне так удобно стрелять с тобой. Так? Да. Не, не у нас был. Уф, я уже в руку. Возьми стрелку. Подожди. Не торопись. Пойдет, пойдет. Ничего, давай, давай. Успеешь. Стрелу уберите с трассы. Стрелу с трассы уберите. Там две стрелы упали. Хвостовики вылетели? Хвостовики вылетели? Да. Ну это, видишь, это тренировочный. Не, а тот-то белый, он нормальный же. Смотри, я отсюда вижу, что он нормальный. Не, это с ним вместе вылетел. Он когда убрал. А этот вылетел. Что там забыли? Там вторая стрела меня. Ой, этот Ачир. Хвостовики вылетели. Все что ли? Хвостовики вылетели. Там нет. А там что не помогло? Ты хорошо шел? Хорошо шел вроде бы. Дай мне там. Да, стрелу, дай. Давай, чтобы этот, без промаха. А? Хорошо, ничего страшного. Здесь оденем. Ага, хвостовик слетел. Давай, этот, дядя Олежка будет смотреть видео ваше. Так что давай, без промаха. Да, колчан не отрегулирован, падает. Надо его до ума довести, в общем. Это новый колчан. Ни разу не стрелял на лошади с него. Сегодня первый раз. Поэтому вот это тоже влияет на стрельбу. Вообще все влияет.
Особенно то, что неудобное. Не давай, не торопись. Пойдет. Давай дальше, дальше. Пойдет. Чуть-чуть перезарядка. Есть. Одни остряки. Давай. Не разгоняй его. Сейчас отстреляется, стрелы соберите по риску. Оно то будет? Да. Так. Только не прости. Есть. Не. Давай вперед назад. Есть, тигра попал. Пойдет. Чуть-чуть ускорился он. Миня, после тебя, кстати. Тигра попал, видел? Назад точно так же. Хладнокровно зарядил, прицелился и выстрелился. Да, он что-то сейчас быстро поскакал. А так бы, если бы чуть помедленнее, ты назад попал бы. Далеко за свиньей? Она. Пойдет. Ближе чуть-чуть. Да, сюда. О. Смотри, две не вытащи стрелы. Сейчас он будет кидать. Здесь веревка развязала. Ничего страшного. Главное, держись ногами. А, он так ушел. Да. А Мега же сам, на самолете, давай с сундуком. Да. Не, на самолете я был. А он на чем был? Он на каком-то другом был. На Роха, что ли? Или ты на Роха был? Я на Роха. Да? Ну, на каком-то другом он был, коне. Он на каком-то быстром, да, вообще? Ага. Который вот этот был? Рома, да? Да. Едем домой с тренировки. Тренировались, в общем. Времени мало, но